Еще самое интересное, я хочу сказать. Знаете, какая была самая страшная ошибка совершена после Майдана? Я это понимаю сейчас. Тогда нужно было срочно ехать на Донбасс, в Луганск, в проблемные территории, в Крым и разговаривать с людьми. Но в тот момент все делили портфели. И сейчас делят, только уже не портфели, а бюджет. Проблема в том, что надо вернуться на землю. Нужно вернуться и понимать ситуацию, которая происходит. Только не надо рассказывать о том, что надо слушать Донбасс. Не слушать Донбасс, а разговаривать с людьми. И если сейчас власть не может консолидироваться, если сейчас власть действительно не найдет внутри себя резерв, увы, это похоронная мелодия для власти. Я себя не отделяю от власти, но власть обязана научиться разговаривать внутри себя. Спасибо.